Всем привет! Обычно, когда молодые люди создают свой собственный очаг, многих людей интересует, а как же они все-таки познакомились? И наверняка этот вопрос интересует именно тех людей, кто нас любит и уважает. И сегодня мы бы хотели ответить на этот, пожалуй, самый главный вопрос, а как же все-таки мы с тобой познакомились? И представить вашему вниманию данный видеоролик. Приятного просмотра! Все началось примерно 2 года тому назад. Однажды, осенним утром, я сам того не ожидая, оказался в библиотеке. Как раз были нелегкие времена, сессия была на носу, готовились. И эту необычную сессию я запомню навсегда. How we gonna get there? Does anybody know? We're heading for the sunshine. That's the way to go. It's looking like a good day. Won't you come along? Lady luck has found you. Nothing can go wrong. Anything would do but if you give a little love. Beating in your heart, all the little notes were dancing in the stars. How we gonna reach down? It's easy if you try. Just spread your little wings out, start to fly. An aeroplane might do, but if you give a little love. Give a little love, it'll all come back. Throw a little love.
Наша история любви началась примерно 2 года назад. Сама того не ожидая, чисто случайно, первый раз в жизни я зашла в студенческую столовую пообедать. И сладкий вкус этого обеда я запомню навсегда. Приятного аппетита! Не за что. А вы мне можете соль подать? Что это? Это мой телефон. Можно ваш вот этот телефон? Извините. Ничего. Конечно же, все это шутки, только и всего. А на самом деле мы с Диной считаем, что настоящей виновницей нашей встречи является всеми любимый город. Сердце Казахстана – это город Астана. Да, ведь если бы в свое время мы не приехали в этот замечательный город, мы бы никогда не встретились. А теперь мы бы хотели поделиться уже с реальной маленькой историей нашей большой любви. Приятного просмотра!
Первый раз я увидел ее на территории студенческого городка. Я шел в студдом, она, наверное, скорее всего, шла в университет, да. И я впервые, когда ее увидел, меня словно что-то поразило изнутри. И я сказал себе, что я обязательно и непременно должен с ней познакомиться. Всем привет! Я хочу тоже рассказать нашу историю вкратце, как мы познакомились. Оказывается, он увидел меня первый раз в студенческом парке, когда я гуляла, точнее, направлялась в университет, он заметил меня. Увидев ее, я сразу последовал за ней вдоль парка до самого университета. Потом, после того, как мы зашли в университет, я не знал, как подойти, как познакомиться, и просто наблюдал. Затем она зашла в аудиторию, и на этом наша якобы первая встреча закончилась. Но он не решился подойти и познакомиться. Я его тогда еще не заметила. Потом второй раз я увидел ее уже на территории студгородка. Мы оба жили в студенческих домах, но, к сожалению, в разных. И в то время мы готовились к очередной игре по КВН сборной Евразийского. И после репетиции в студенческом доме номер 5 я вновь ее увидел. Он все-таки решился подойти через некоторое время. А в студенческом доме он подошел ко мне и заговорил со мной. На этот раз я сказал себе, что я обязательно с ней заговорю. Но, к сожалению, наш диалог был недолгим. Мы просто обменялись пару фраз. Я спросил, живет ли она в этом студенческом доме и все такое. На этом наша вторая встреча закончилась. Все-таки не отступал. Я начала его видеть все чаще и чаще. Буквально через некоторое время я вновь ее увидел в столовой студенческого дома. Мы все были студентами, все питались там. Мы с друзьями после репетиции вышли и решили покушать. И в это время я смотрю, за соседним столиком, через столик, сидела она со своей подругой. Он воспользовался моментом, когда подруга встала, и подсел ко мне, начал разговор. Заговорил на этот раз уже по существу, сказал,
что я очень долго за ней наблюдаю, и что она мне на самом деле нравится, и я бы хотел познакомиться с ней поближе. Я думаю, что у меня это удалось, и мы очень хорошо узнали друг друга и вскоре обменялись телефонами. С тех пор мы начали общаться уже чаще, довольно чаще. И на этом началась наша история любви. The sun shines bright as it moves across my face. I feel the light and everything is in its place. I woke up feeling great. Today was made for me. And life is good the way it should, the way it was meant to be. And it's a beautiful day. Children playing in the park while birds are singing. I am walking, and I am laughing. Еще одна особенность. На первое свидание я пригласил ее в кино, но данное первое свидание, оно было необычным. У нас все не получалось из-за нашей занятости. Мы и учились, и работали. Я пригласил ее в кино, а она по каким-то причинам сказала, что не может, потому что у нее не получалось с работы. Он мне сказал, что он уже обещал сестренке сводить ее в кино. И мне сказал, что я могу выйти с ними. Я помню, что я обещал своей младшей сестре сводить ее в кино. И я пригласил ее. И через некоторое время на мой телефон приходит смс-ка, что дела улажены и что я могу пойти в кино с тобой. Было как-то интересно, но я уже не стала отказывать, потому что долгое время у нас не получалось встретиться. Но я думаю, ее это не смутило, она согласилась с удовольствием, и вот так вот сложилось наше первое свидание. It's just some feeling. If you wanna leave, I'm with it. Ну, все было здорово, очень замечательно, я это очень хорошо помню. Ну, после этого, как говорится, все пошло-поехало, второе, третье свидание. С тех пор мы начали встречаться каждый день, и вот так началась наша история любви. Я думаю, что если бы в свое время я не приехал сюда, в этот замечательный, уже полюбившийся мне город, город Астана, я не встретил бы ее, и жизнь моя не сложилась бы так, как я хотел. И я за это благодарен судьбе. Thank you.
пафос. Все просто. Очень-очень просто. Все. Че, как там у нас получилось? Встретил любовь, восхищаясь красотой вновь и вновь. Каждый день, каждый миг суета, жизнь кипит. В этом городе он главный герой, для нее он лучше выбран судьбой. Он влюблен, и она любит как никогда. Знаешь, 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 так бывает всегда. Кто хочет все и сразу только унести навсегда. В лучах любви купаться и изо всех сил прокричать, что этот город самый лучший, лучший. Астана блестит, Астана горит, Астана сияет. Между нами я не знаю где, кто бы не зажегся ей в ответ. Пустота, красота, шик и блеск, и эмоции и всплеск. В этом городе ты встретишь любовь. Будь уверен и всему будь готов. Приходи, посмотри, просто сам убедись. Знаешь, 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 так бывает всегда. Кто хочет все и сразу только унести навсегда. В лучах любви купаться и изо всех сил прокричать, что этот город самый лучший, лучший. Астана блестит, Астана горит, Астана сияет. Между нами я не знаю где, кто бы не зажегся ей в ответ. Астана блестит, Астана горит, Астана сияет. Между нами я не знаю где, кто бы не зажегся ей в ответ. Астана горит, Астана сияет. Между нами я не знаю где, кто бы не зажегся ей в ответ. Астана блестит, Астана горит, Астана сияет. Между нами я не знаю где, кто бы не зажегся ей в ответ. Добрый вечер, Дина, я обращаюсь к вам. Знаете то, что Эльдар вас любит, в принципе, от души. И с наступающим вас, чтобы вы были счастливы, здоровы, детей было побольше. Любите друг друга, он вас любит просто сильно. Уважаемая Дина, люби Эльдара, потому что он любит тебя. Айхан. Дина, салям, салайсен. Just one message for you from Son Pascal. You have to love Eldar because he loves you. Уважаемый Дима, люби Эльдар, потому что он любит тебя. От всей души желаю вам большого счастья, большой-большой теплоты и любви, чтобы в жизни вам было все очень-очень и очень замечательно. От меня, с вами Регалин.
Эльдар, Дина, я поздравляю вас с днем свадьбы, с вашим шагом. Вам любви, взаимопонимания. Я поздравляю ваших родителей, ваши семьи, всех тех, кто сейчас сидит в этом зале. Я вам белой завистью завидую, потому что я сейчас здесь на экране, а не в зале кушаю. Но, тем не менее, я желаю вам всего хорошего. Эльдар, люби Дину, потому что она любит тебя.